Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я хочу приглашать делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня инвестиционный сайт по заработку криптомонеты Tron, называется UltraX. UltraX. Стартовал он вчера вечером, то есть 18 января. Регистрация здесь наипростейшая, логин, мобильный номер. Ну, или цифры похожие на мобильный телефон. Значит, два раза пароль. Кликаем зарегистрироваться. Я, чтобы не путаться, указала здесь. Ну, вот у меня есть, так как я работаю постоянно в таких проектах. И у меня уже постоянно, как бы, циферки постоянно. Я сюда прописала циферки, сюда. Эти же циферки за место, ну, типа мобильный телефон. И два раза пароль кликнула зарегистрироваться. После чего попадаем на домашнюю страничку. Значит, что нам нужно сделать? Я уже проверила его на вывод. И так как я вчера зашла, естественно, я сюда депонировала. Минимальный депозит здесь от 10 криптомонет Tron. А минимальный вывод 5 криптомонет. И идем вот сюда на домашнюю страничку. Пополнить вывод. Здесь история. Мой план. Значит, и нужно добавить адрес кошелька. Куда выводить. Не забываем о том, что это инвестиционная платформа. И все, что связано с инвестициями в интернете, всегда риск. Я рискую своими монетами, вы же думайте сами. Я только даю вам информацию, где я работаю, где я зарабатываю. Кликаем сюда. И вот сюда вы прописываете адрес кошелька. Вот Bint3x Wallet. Куда вы будете выводить монетки, если кого-то заинтересует. И кликаете «Сохранить». Значит, далее что? Нужно сделать, естественно, депозит, как я сказала, от 10 криптомонет. Но я сюда инвестировала 60 монет. 9% ежедневный доход. Значит, можно здесь, можно также здесь с аккаунта. Кликаем рефшары, копируете адрес, идете в кошелек, какой у вас, и инвестируете, переводите вот на этот адрес монеты. Больше здесь ничего делать не надо, монеты сами поступят на баланс. Так, далее что? Монеты я депонировала. И чуть позже, не сразу вывод, как бы они появляются у меня на балансе, а чуть позже, как бы через 24 часа обновляется кабинет. Только тогда я вывела. Значит, далее что, друзья, я депонировала, монетки мне капнули, значит, на баланс. И после чего я вот сюда вставила сумму, которую я депонировала, а именно я депонировала 60 монет, я вам покажу сейчас. И кликнула, ну вот, например, тут 10, да. Давайте. Бил. И вот такая вкладочка у меня. И я кликнула вот сюда. Confirm. Все. У меня открылся план. Закрываем. Значит, и мой план. Сейчас я вам покажу мой план. Так, вот я мой вывод 10.90 я сегодня вывела. Вот он мой план. И вот 60 монет я депонировала. Ежедневный вывод 5.40. Потому я и депонировала 60 монет. Под 9%, чтобы я могла ежедневно делать вывод. А так минимальный депозит 10 криптомонет Tron. И здесь идет как накопительная. Понимаем, да?
И здесь у нас идет на 150 дней. А далее там по нарастающей идет. Я не знаю, вкладывают, кто не вкладывает такие суммы. Я без фанатизма как бы. Так, далее, друзья, что еще здесь у нас есть? Реферальная ссылочка. Кликаем. Вот она, реферальная ссылочка. Кликаем. Вот, кликаем. Ссылочка скопирована. Так, далее, что еще здесь? Вроде как тут... А, вывод я вам не показала. Значит, вывод. Так. Вот он, вывод. Мой. Вывод. Кликаю. 19 января. Зашла я, как уже сказала, вчера сюда. Довольно-таки неплохой проект. 19 января. 10.90. И сейчас в кошельке покажу. Сейчас покажу. Вот он мой вывод. Плюс 10.90. Там написано, что они берут процент при выводе. 1% у них идет. Но мне пришла вся сумма. Вот здесь 10.90. И здесь 10.90. Также 19.01. 23 год. Платят. Все замечательно. Все шикарно. Довольно-таки неплохо. Ну, здесь канал, наверное, у них есть. Я сюда не кликала. Можно кликнуть и посмотреть, что у них там. Ну и все. Здесь у нас что? Здесь информация у нас какая-то. Вот. А, описание приглашения. Здесь реферальная ссылочка. И здесь как бы домашняя страничка. Значит, перезарядка это депозит, снять со счета. Это история, мои планы, изменить пароль, управление адресом кошелька. Все, здесь больше ничего такого нет. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. Повторюсь, друзья, не забываем о том, что это интернет, это инвестиции и всякое может случиться. Я рискую своими монетами, вы же думайте сами. Мой видео носит только информационный характер. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!